В гости к друзьям, да? Миньон у тебя, да? Да. Класс, поехали. Николь собрала все свое ценное в рюкзак, да, и едет в гости. Чемодан. Чемодан. Поехали. Да. А как твоих друзей зовут? Друзья зовут Серега и Наташа. Да, ну поехали к ним. Давай, давай. Да, встретила. Ну идем. Приехали друзья, Наташа. Из России, из Москвы. Да, из Москвы приехали. Ой, у нас тут разлетались вертолетики. Тебе приготовили подарочек, да? Закрывай глаза. Закрывай глаза. Сколько мы тут тебе привезли подарки? Из Москвы. Вау! А ну покажи. Смотри, сколько книжек. Николь, смотри, крокодил Гена и его друзья. Все приключения. Видишь? Про Чебурашку. Видишь, Гена. Класс. Вот, вау, все его классная. Герои, все его друзья. Вот друг Чебурашка. Будешь дома читать, да? Да. И буду... у меня собачки. И буду собачки. Да. Ты сестрички будешь читать. Вот, да? Да? Тут всякие будут рассказы. Класс. Будешь читать их, да? Да. Вот тебе одна книжка. А это какая? Потом вот тебе... Это... сказки и стихи для малышей будешь учить. В следующий раз приедем, ты нам будешь стихи, рассказывать, да, Николь? А я не знаю. Класс, какая книга. А тебя мама научит. Это сказки Михалкова. Это самый хороший наш писатель. Вот. А ты еще мать? Да, вот еще тебе вот такая. Смотри, теремок. Открывай. Смотри, Николь. Вау! Ух ты! Смотри, как классно! Нравится? Да. Видишь, какая книжка интересная? Да. Класс. Зайчик там. Ух тышка. Вот. Тоже я помню, мне читать. В детстве очень нравилась эта сказка про теремок. Класс. Вот, они как живые, да? Как будто они вот двигаются. Ты видишь, Николь? Нравится тебе? Вот. Класс. Такая книжечка, потом у тебя еще вот раскраски всякие разные. Смотри, вот будешь раскрашивать. А это наклейки, да. Класс. Вот Винни-Пух. Тут Винни-Пух и показывают цвета, как надо раскрашивать. Да, вот потом будет ослик, конфетки, да. Будешь же закрашивать, да? И дома? Учить цифры, видишь? Вот тут циферки потом будешь учить писать. Класс. Еще, да. Вот, смотри, вот тут еще раз краски, видишь? Да. А помнишь, ты мультик смотрела про этого львенка и черепаху? Помнишь, Николь? Ну все. И краски. Азбука, смотри. Николь. А это вот вам сувенир. Маме с папой. Ты знаешь, что это? Сами. Что это? Как ее звать? Два, трёшка. Матрёшка. Да, покажем. Ух ты! А там в середине еще. Ух ты! Давай. Сейчас будет целая семья.
и все девчонки. Ну, сильнее. Опа! А там вообще еще маленькая есть. Давай, открывай. Ой, убежала. Лови, лови. Еще одна. Давай, самую маленькую. Еще одна? Совсем маленькая. Вот смотри, целая семья. Вот. Класс. Еще маленькая, да? Вот какая маленькая. Покажи маленькую. На, покажи, какая у тебя маленькая, а я эти соберу. Манюня какая. Держи. Покажи. Какая маленькая. А кто у тебя такой маленький в семье? Сестричка, да? Сестричка. Скарлетт, правильно? Вот смотри, вот целое семейство. Ничего себе, класс. Здорово как. И маленькая. Какие они красивые. И маленькая сейчас будет, и маленькая. Это маленькая не стоит. Не стоит маленькая. Давай. Ой. Точно не стоит. Не хотят стоять. Класс. Не хотят. Это не а тут поверхность еще. Да, неровно. Класс. Это девочка, это... Еще девочка. Это все девочки. Ну, вот их сколько много. Да? Давай на стол понесем. Это... Давай, бери. Все. А ну, Николь, отойди. Класс. Смотри, какие классные матрешки. Какие они красоточки. Класс. Видишь, какая маленькая там стоит? Я все сложить. Сложить все в одну? Класс. Да? Тебе нравится? Да. Ты сказала спасибо за подарки? Да. А кукла, ты видела, какая классная кукла Барби? Да. Модница. Да. Сложила уже матрешку. Да и огромная такая, да? Огромная прям. Класс. Ну давай, сложивай. Спасибо, Катя. Класс. В животике там здесь много. В животике много. Класс, будешь дома читать? Да, Николь? Да. Супер. Посмотри, как много. И азбука даже есть. Класс. Ну что, давай будем говорить всем пока-пока. Да, подписывайтесь на мой канал.